Сериал «Обман» – это не просто очередная мелодрама. Создатели хотели создать что-то уникальное и захватывающее. Они добавили в проект много остросюжетных поворотов и запутанных историй, которые должны заинтересовать зрителя. И если судить по отзывам, то можно сказать, что им это удалось. Зрители хвалят хорошо построенный сюжет и отличный подбор актеров. Многие интересуются, когда выйдет второй сезон сериала «Обман». Первый сезон состоял из 12 серий. Зрители надеются, что это не конец истории, и скоро они увидят 13-ю. О дате выхода второго сезона пока ничего не известно, однако, судя по рейтингам первых серий, можно предположить, что сериал получит продолжение. Но если это и произойдет, то не раньше, чем весной 2020 года. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.